Итак, на календаре у нас 14 января 2017 года, день недели, суббота. И как вы уже догадываетесь, стартует очередная поездка в дом престарелых города Силамяя. На заднем плане ребята подростковой группы Церкви Евангельских Христиан-Баптистов и иже с ними идут последние репетиции. Подготовка, музыкальные программы и прочее. Да, друзья, время идет очень быстро. Рядом со мной Анжела. Анжела, как у тебя настроение? Нормально. Чувствуется настроение бодрое. Ты выспалась сегодня? Нет. Не выспалась. Ну так вообще для тебя это первая поездка. Ты даже не знаешь, чего ожидать, да? Да. Ну мы надеемся, что тебе понравится. Но здесь есть, конечно, и ветераны социального служения. Ребята, которые едут уже в целый второй раз. Вот, они уже хорошо себя чувствуют, как рыбы в воде. Вы как рыбы себя в воде чувствуете? А вы рыбы, нет? В общем, чувствуется, что как рыбы. Дарина вообще уже старый опер в этом отношении. Дарина, как ты себя чувствуешь? Отлично. Даже учитывая то, что я проснулась позже всех, я чувствую себя нормально. В общем, что нас ждет впереди, мы все до конца не знаем. Но надеемся, что все пройдет хорошо. Мы, кстати, еще ждем одного участника, он из Силамяя, а может быть даже не одного. В общем, молодежь Силамяевская сейчас тоже к нам присоединится. Посмотрим, кто это будет. А вот и Силамяевская. Мы там развернемся. А вот и Силамяевская братва. Хорошо, что они, да. Мы не оставляем вас, они бегут. Привет! Всем доброе утро! Проходите, пожалуйста. Доброе утро! Мы так рады, что вы пришли. Доброе утро! Привет! Всем привет! Как настроение? Хорошо, отлично. Как самочувствие? Отлично, все хорошо. Все нормально, да? Да, слава Богу. Так, Илья, у тебя какое будет участие? Сценка на тему Рождество, Сретение. Все выбираю. Да, хорошо. Давид, а у тебя какое участие? У меня бы слово. На какую тему? На ожидание Иисуса Христа. Хорошо, посмотрим. В общем, готовится насыщенная программа, молодежь готова, так что впереди нас ждет интересная встреча. Итак, Силамяя, Хайгла, мы на месте. Силамяевцы уже предваряют нас здесь, норвитяне подтягиваются. Как настроение? Слава Богу, хорошо. Надеемся, что все пройдет хорошо, люди услышат благую весть. Молодежь послужит пением, стихотворениями, свидетельствами. И пожилые люди получат ободрение. И первый сюрприз. Если мы немножко владеем эстонским языком, мы можем различить латинские буквы, то здесь крупным шрифтом написано. Что это, друзья, означает? Кто знает? Вход запрещен. Карантин. Мись-мись? Карантин. Хорошо, сейчас мы попробуем еще позвонить. Друзья, давайте соберемся на молитву, попросим благословения и пойдем уже туда, к телевизору. Так, мы движемся по коридору. Идем на так называемый первый пост, ну, назовем это площадка, где люди смотрят телевизор, потому что еще делать, когда столько много свободного времени. Посмотрим, кто здесь нас сегодня ждет, кому нам сегодня удастся рассказать. Надеемся, что все пройдет замечательно. Можно тогда, да? Несколько вам слов сказать, да? Ну, мы не артисты, конечно. Артисты. Да, ну, какие мы артисты? За собой ведешь, ты омыл душу мою, для тебя живу и пою, только ты радость даешь, каждый день за собой ведешь, ты омыл душу мою, для тебя живу и пою. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять, то есть покончить, унести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Это человек, который ожидает и который не ожидает. Например, когда я не знал Иисуса Христа, я слышал о Боге, я знал, что Он придет, и меня это настораживало. Я не хотел этого, потому что я не был готов, потому что я не ожидал Его. Мое сердце не было готово к этому моменту. Это значит готовность следовать за Иисусом Христом везде, куда Он нас не поведет и не поставит.
О, если бы мне быть всю жизнь таким, как хочешь ты, сосудом чести для тебя, Господь. Быть может, думал ты, быть может, так казалось, что слишком узок путь и слишком прост указ. Быть может, в голове все время не вязалось, что только он один весь мир от смерти спас. За Голгофу и за кровь твою слава, слава тебе. За жизнь твою, Иисус Христос. Он гремит над бурей, буду я с тобой парить. Мой отец и царь над всей землей. Боюсь, мой Бог со мной. Ну, что вы для себя запомнили сегодня? Сынок, я читала много раз Евангелие, но уже я забываю все. Я знала Евангелие хорошо и знала Библию. Библию читал, Старый Завет, Новый Завет, но я уже забываю, памяти нет. Я очень молюсь и прошу его, и он мне помогает. И есть такие вещи, которые бы я могла рассказать, как все мне помогает Господь. Так, молодежь, я смотрю, остается молодежью. И, пользуясь случаем, начинаются зимние забавы. Так, друзья, давайте так, чтобы без жертв у нас закончилась эта поездка. Все, друзья, поехали. Куда ты лепишь прямо мне в лицо? Как впечатление? Очень хорошо, слава Богу, мне понравилось. Ну, слушали вроде, слава Богу, хорошо, и я надеюсь, чтобы Божье Слово, оно действовало в их сердцах, чтобы они могли еще больше углубляться в Бога и могли обращаться к Нему каждый день, и моя эта молитва за них. Так что слава Богу, что Господь помиловал и позволил нам Его Слово проповедовать. Хорошо, спасибо. Рэй? Ну, знаешь, такое сразу сочувствие возникает вот к этим людям, что прямо вот думаю, вот не зря поехал, вот серьезно, вот так приятно душе сразу становится от того, что ты приходишь кому-то послужить, кому-то как-то вот спеть, и им приятно, и сразу такой духовный подъем начинается, что после этого хочется сразу в следующий дом престарелых пойти и опять там что-то вот петь, и опять тоже как-то послужить, слава Богу. Слава Богу. Так, кто здесь? Спасибо, Дарина? Пожалуйста. Ну, мне самой очень понравилось то, что я наконец-таки услышала, как вот молодые братья проповедуют, потому что, ну, и в церквях у нас, конечно, нет, ну, по крайней мере, в нашей церкви Рейн еще не настолько вырос, но я вот жду, когда уже Рейн тоже так же будет проповедовать. Все, Рейн готов следующую проповедь? Моя проповедь будет на... Шутка. Так, хорошо. Так, тут Жила первый раз, как тебе? Такой же ответ, как у Сани, в общем. Ну, в целом понравилось? Что тебе понравилось? Ну, все. Ясно. Сима, есть какие-то комментарии? Ну, очень хорошо. Есть еще? Не, на самом деле, классно, парень проповедовал, мне очень понравилось. Давид, да? Да, пробуйте, коснулась. А, да, видела, как касалось действительно людей, как они задумывались.